Привет! Я накрасила губы в нежно-розовый цвет, потому что мы выходим на удивительную тропу, которая ведет от купальни, от ванны Афродиты до Голубой лагуны. Впереди нас ждет посещение Wild Beach, дикий пляж. Мы на него обязательно заглянем для того, чтобы посмотреть, почему же его называют диким. И что там такого дикого? Я думаю, пляж как пляж, только очень красивый. Мы добрались и до Wild Beach. Тут такие интересные скалы, нарезаны такими слайсами, ровненькие, как бутербродик, сложенный сыр, колбаска, тостик, сыр, колбаска, тостик. Я подхожу еще к одному заливчику. Я не знаю, как он называется, но пейзаж такой стандартный, среднеземноморский. Сосеночка, белые камни, лазурная вода, бриз опять в лицо. Ну, это очень хорошо. Он теплый. На этом пляжике четкое разделение. Большие камушки белые, маленькие черные. Цвет изумрудный моря, такой красивый. И вот мы подходим к Голубой лагуне! Okay, this is take three. We're at the Blue Lagoon. The sun is shining. The color of the water is a kind of turquoise color. It seems to be that the stones underneath the water are very white, and you get a great reflection from the sky. Truly beautiful. Я согласна. Таких мест очень много, где вода лазурная, голубая. На каждом пляже Средиземного моря можно найти такую бухточку. Но здесь просто в походе мы идем, и это такой приятный бонус. Дойти именно до Голубой лагуны, сделать фотографию, поставить галочку. Ну, у каждого путешествия должен быть пункт А, пункт Б. Это был наш пункт Б, и он прекрасен.
Мне безумно понравилось. Во-первых, я проводил время со своей любимой семьей. Во-вторых, мы все время шли вдоль моря. Ну а в-третьих, тут были такие скалы, как сейчас. Мне очень понравилось. Идем обратно. Солнышко немножко выглянуло, спряталось. Ну хорошо, что дождика нет. Бриз какой. Вы слышите? Этот воздух. Это что-то. Вокруг поля цветочки. Мы увидели даже мак розовый с голубыми точечками внутри. Лагуне сегодня заканчивается, и могу подвести итоги. Набора высоты нет, чуть-чуть местами. В принципе, всегда идет по равнине, несложно. Очень много зеленых лужаек, можно брать мяч и делать какие-то паузы, если с детьми, поиграть немного в мяч. Бухточки, заливчики очень красивые. Вода действительно такая лазурная, как мы привыкли видеть на красивых картинках о Средиземном море или каких-то других морях. Мы, конечно, взяли с собой бутербродики, яблочки. В конце мысика перекусили. В общем, путешествие класс, рекомендую к посещению. И главное, что всегда идет вдоль моря. Бриз и виды красивые. Спасибо, что посмотрели меня. Я надеюсь, вам это видео пригодится. Пока!